В Одинцовском округе к проекту «Пушкинская карта» присоединились Государственный историко-литературный музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина и Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей. Напомним, пушкинские карты появились в России 1 сентября 2021 года. Благодаря этому инструменту молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать культурные мероприятия по всей стране. Номинал карты в 2021 году – 3000 рублей.